советские люди вступили в новый 1949 год. Добрым словом вспоминают они истекший 1948. Это был год славных побед, как на фронте послевоенного восстановления и развития хозяйства Советского Союза, так и в отношении роста сил социализма и демократии. Игнат Матвеевич, чем объяснить, что два месяца назад, как это явствует из документов, вы не приняли на работу специалистов, которых вам настоятельно рекомендовали вышестоящие инстанции? Это были не специалисты, а бывшие офицеры. А вы не учли, что их фронтовой опыт, умение руководить людьми могли вам пригодиться? Учитывать в данном случае нечего. Быть может, они прекрасно воевали, но в производстве не понимали ровным счетом ничего. Идти на рядовые должности офицеры отказались. Я предложил им учиться. Вам не кажется, Игнат Матвеевич, что вы разбрасываетесь с людьми, кадрами? Ведь те, кто вам их рекомендовал, тоже не без головы на плечах. Вот, пожалуйста, здесь несколько распоряжений министерства. На них вы пишете «не согласен». Как это понимать? Что я не согласен, поэтому и поступил по-своему. В прошлом году, Игнат Матвеевич, вы использовали отпущенные вам средства не по назначению. Вы нарушили финансовую дисциплину. Это можно квалифицировать как самоуправство. А мне все равно, как это можно квалифицировать. На эти деньги было построено общежитие. Люди возвращались с войны. Их нужно было обеспечить жильем. Ноября 41 года вы разули командный состав завода и заставили босиком идти по снегу. Да, это было. Война все спишет? Я не сказал, что спишет. Это дело моей совести. И к сегодняшнему дню отношения не имеет. Товарищ Ремез, десятки писем, жалоб говорят об одном. Люди, коллектив, вами недовольны. Разрешите мне? Да, пожалуйста. Ну, я считаю так. Товарищ Ремез проявил себя особенно в военное время как знающий полевой директор. И заслуги его не стоит забывать. И не будем закрывать глаза и на то, что его завод, один из первых в области, перешел на выпуск мирной продукции. Стал выпускать трактора. Что скажет секретарь парторганизации завода? В трех своих письмах, направленных в адрес обкома, я написал все. И вы, видимо, читали их. Лишь одна деталь. Товарищ Ремез позволяет себе даже не появляться на партийных собраниях. Вызывает, требует протокол, дает указания. Мне больно и тяжело говорить это, Игнат Матвеевич. Это последний случай с распределением квартир. Ну, пусть лучше скажет председатель завкома. Игнат Матвеевич, уважаемый директор, мы все на заводе к нему, мы его, в общем, стали распределять квартиры в новом доме. По заслугам, по стажу. Ну, за утверждением пришли к директору. А там уже новый список висит. Игнат Матвеевич, значит, сам распорядился, распределил.
А нам сказал, я людей лучше вас знаю. Очень это обидно. А почему у вас за последние 2 года уволили 3 главных инженеров? Потому что не справлялись с работой. Ну, допустим. Но сегодняшний главный инженер в своем заявлении пишет, что вы своими действиями дискредитируете его, что выполняете его обязанности, отдаете распоряжение вместо него. Я сам из главных инженеров. На заводе начинал с довоенных лет. И как-нибудь разберусь, что мне делать. Почему бы нам в таком случае не сэкономить и не ликвидировать должность главного инженера? За работу завода спрашивают с меня, а не с главного инженера. За все отвечаю я. А за область в целом отвечает обком, не так ли? И тогда хочу спросить, почему свою победную реляцию о выполнении годового плана вы послали в Москву через нашу голову, даже не поставив в известность нас о своих успехах. Это, Дмитрий Сергеевич, вышло как-то случайно. Нет, Игнат Матвеевич, все это не случайно. Ни письма, ни жалобы, ни приезд данной комиссии. Я полагаю так. Комиссия рассматривает это дело уже 3-ю неделю. Мы выслушали Игната Матвеевича. Обстановка ясна. Пора подводить черту. Налицо серьезные ошибки, товарищ Ремеза. Предлагаю за неумение перестроить управление заводом в соответствии с требованиями восстановительного периода, за превышение власти, рекомендовать товарища Ремеза Игната Матвеевича от занимаемой должности отстранить. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Так, единогласно. Все, товарищ. Так, ну что ж, как кажется, договорились. Да, все, да. Ясно. Да, позвоните Сергею Яковлевичу, он поможет, да. А я буду ждать вашего. Всего хорошего. Желаю удачи вам. Желаю удачи. Счастливого пути. Ага, до свидания. Не вы меня назначали, не вам меня снимать. Я все-таки кое-что сделал. Перестань. Все твои заслуги известны и оценены. Сегодня жду звонка из Москвы. Думаю, разговор коснется и тебя. Я подожду. Хорошо. В конце концов, Дмитрий, человека судят по его делам, по результатам его работы. Выполнение плана – это еще не вся работа директора. Управлять методами военных лет проще. Ударил кулаком по столу, наказал, приказал. Неужели ты не понимаешь, что сегодня тебе не будут подчиняться, как во время войны? Жизнь становится другой. Но ведь ты же не можешь отрицать, что опыт войны дал и немало полезного. Конечно. Не было мелкой волокиты.
Больше и смелее каждый брал на себя. Жестче была личная ответственность. Но на чем все держалось? Надо. Не сделаем, погибнем. Теперь работаем на восстановление для мира. Пора единоличных волевых решений прошла. Надо все перестраивать. Все. Отношения между людьми, да и самих людей. А это, ох, как трудно, Игнат. Секретарь обкома Рокотов. Здравствуйте. Вы получили нашу директиву? Да, товарищ Сталин. Директиву мы получили. Мы ждем от вас самых решительных действий. У нас не хватает специалистов. Товарищ Сталин, если возможно, мы просим нам помочь. А что решила комиссия по делу товарища Ремеза? Комиссия решила, товарищ Сталин, Ремеза от занимаемой должности отстранить. Товарищ Рокотов, скажите, а что думает сам товарищ Ремез по этому поводу? Товарищ Ремез считает, что нужно подумать и начать все сначала. А кем он начинал? Он начинал у нас на заводе, мастером. Вот пусть мастером и начинает. До свидания, товарищ Рокотов. Ну что? Кому сдать дела? Дела примут. Поезжай в Ярск. Я позвоню туда. Сегодня же поезжай. Месяца через три загляни ко мне. Зачем? Место работы определено. Значит, все ясно. Подожди. Ты пистолет сдал? Сдал, Дмитрий Сергеевич, сдал. Давно сдал. Ну? Будь здоров.
Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Родилась. Поздравляю. Спасибо. А что тебе практика-то у нас не понравилась, что ли? Чему понравилось? После защиты диплома давай ко мне в цех. А? Заявку хоть сейчас вышлю. Подумай. С женой посоветуюсь. Да. А что это у тебя жена из Ярска? Здесь, что ли, не нашел? Да. Познакомились как-то на студенческой вечеринке под Новый год. Вот так вот смотрю на нее. Вроде виделись где-то. Ну, стали вспоминать. И оказалось, что еще до войны как-то Ремес, я, Степа Бортов ходили в Ярск на заработки. И как раз в их доме чинили крышу. Но она тогда еще девчонка была совсем. В общем, знакомство с довоенной поры. Ну, квартиру я тебе не обещаю, а комнату выхлопочу. Подумаем. Да, кстати, твой Ремес снова в Ярске. Знаю. Ну, ладно. Счастливо. Счастливо. Расчет дружбы не портит. Держи. Гонит червончики. Яйцами мануфактуры не берем. Берем госзнаками. Держи. Спасибо. На здоровье. Счастливо. Thank you.
Костя. Наконец-то. Наконец-то Зятёк явился. А мы-то уж заждались. Наступающим праздником! Днем Победы! Вас также. А что, Игнат Матвеевич, друзей, приятелей у вас здесь в Ярске, небось, еще не накопилось? Зашли бы ко мне, подняли бы чарку в честь такого дня. Спасибо, меня уже пригласили. Ну, ладно. Давай еще разок. Из кинофильма «Небесный тихоход». Здрасте. Ой, мужик наш прибыл. С праздником повернем. С новорожденной. Ну, хватит кидаться. Своего заводи. А как ну, своим там заведешься? Господи, он сегодня такой переборчивый пошел. У него молодых пруд-пруди. Я вот Сталину письмо напишу. Пущай указ подпишет, чтобы нынешний мужик брал не менее 3 баб. От кого рожать-то? Ах, как была охаренница, так и осталась. Ой, здорово. Ну-ка. Что? Здравствуйте. Очень рад видеть вас в нашей отдаленной от большой цивилизации местности. Пожалуйста. Благодарю вас. Иван Митрофанович, проходите. Что новенького в мире? Ой, Василий. С праздничком вас. Спасибо. Проходите. Проходите вот сюда. Ага. Ну-ка, дай твою гармошку. Ай. Кто это? Это наш Иван Митрофанович, учитель. Я же тебе говорил, помнишь, у него весь Ярск учился. Я очень хочу, чтобы ты ему понравился. Так. О, знакомая моя. Поближе к ней. Иду. У, стирать пора. Ну, Наталья, твое первое слово. За мужа, жену и новорожденную. Да подожди. Перво-наперво, гости вы мои дорогие. Выпьем за то, без чего не было бы ни мужа, ни жены, ни моей внучки. А потому долго говорить не буду. Выпьем за победу. Помолчим и выпьем. Да я одна за 3 мужиков ворочаю. А жизнь-то где? Вот ты и ворочаешь, не понимая смысла. А ты ведь делаешь эту нашу жизнь. И все мы ее делаем. Я трудодень делаю. А жизнь только в праздники. Каждый день праздник. Вот. Тремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в ярстный поход. Хватит. Здравствуйте, хозяева. Игнат Матвеевич, вот это гость, так гость. Здравствуйте, Игнат Матвеевич, здравствуйте. Действительно гость. С праздником вас. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравствуйте, Василий. С новорожденной. Спасибо. Садитесь. Я тебе папашу. О нем говорил. Помнишь, когда вы в машине ехали? Здравствуйте. Здравствуйте. Это наш бывший директор. Садись. Молодец. Слышал, заканчиваешь институт? Да. Ну, Игнат Матвеевич, как опоздавшему гостю положено штрафной. Конечно. Пожалуйста. Пожалуйста. Передайте тарелочку. Ветчинки, ага, кусочек больше. Съела бы. Селедочку положили. И пирожков. Вот так. А ну, Василий, давай.
Ну что ж так, ну Игнат, слух много. Давай еще. А все-таки что случилось? Как здесь оказался? Давай, народ просит, Василий. Ну! Игнат Матвеевич, пойдемте представить. Ну, давай. Опа! Кур посмотреть надо. Не по себе дерево рубишь, Дарья. А. Я говорю, Иван Митрофанович, ремист, какой вежливый стал. Не злорадствуй, Иван. Человек в беду попал. Большой человек. Не злорадствуй. А, постояльца своего защищаете. Игнат Матвеевич, ну что вы идете и не оглядываетесь? Не слышите, что ли? Слышу. Вечер хороший. Ночь уже, Даша. Да ты меня не жалей. Да я не жалею, чего вы жалеете? Это вы меня пожалеете. Я ведь разумею, кто вы и кто я. Вы одинокий, Игнат Матвеевич. И я. Ну-ну, Даша. Идем ко мне. Ты меня не бойся. Идем. Вы получили приглашение работать в Москве? Как вам это удалось? Старый друг моего отца стал директором крупного института, вспомнил обо мне. Ну что ж, Москва есть Москва. Только почему вы сообщаете мне об этом так многозначительно? Людмила Владимировна, смерть отца, война, да и моя сегодняшняя жизнь в полном незнании перспективы. Мне кажется, мы как-то перегорели за эти годы. Не мы одни. Ну вот, это сегодняшнее приглашение, возможность, так сказать, восстать из пепла. Да и потом вот вы, по своему дарованию ученый, работаете конструктором на заводе. Дарование, это уж вы чересчур. Хотя, может быть.
Да, да, вот я и предлагаю поделиться своей удачей. Людмила Владимировна, многие годы мы живем бок о бок, так сказать. Для соседей характер наших отношений является предметом всяких сплетен. Давайте сделаем так, как им хочется. Ну, в официальном, можно сказать, плане. Вы предлагаете мне выйти за вас замуж? Да. Я, конечно, не рассчитываю. Да, собственно, и не приходится рассчитывать ни на какую любовь и лирику. Но мы можем относиться друг к другу с глубоким уважением, даже с привычкой. Переедем в Москву. Неожиданно. Ну почему же? Если вы помните, я даже за вами пытался ухаживать в свое время. Да. Мы действительно здорово перегорели. Если дошли до такого. Скажи, Семен, ты писал на Ремеза? Писал. Он погубил отца. Но ты же не написал сразу. Ты написал только тогда, когда положение Ремеза стало шатким. Неправда. Неправда. Я писал и раньше. И понимаешь, Люда, на него было так много писем, что мое письмо явилось каплей в этом потоке жалоб. Но в свою роль оно сыграло. Возможно. Но ты же знаешь, отец был из тех людей, которых необходимо было беречь. И ни в коем случае нельзя было ставить под удар. Ни в коем случае. И все-таки, Людмила Владимировна, я прошу вас подумать о моем предложении. Хорошо, давай. А, Костя, здравствуй. Ты чего здесь? Привет. Да теща просила доски для сарая подвезти. Вот Степу Бортову еще, может, машину даст. Как-никак директор. Попроси, попроси. По старой дружбе. Он там. А, спасибо. Да, Степан Тимофеевич, слушаю вас. Кто сменил с Виссарем задание? А чего они черти тем заняты? Вы понимаете, Степан Тимофеевич, мы детали этим, мы... Мысль пришла на прессе изготавливать, и быстрее, и дешевле. Вот слесаря мы дали другое задание. Кто это распорядился? Да, распорядился-то я, а мысль эту Ремез Игнат Матвеевич подсказал. Ремез подсказал, Ремез. А нормально получается на прессе? Нормально. Ладно, продолжайте. Это не как Голиков, собственной персоной. Живой, красивый. На дочку приехал посмотреть. Все, собираюсь заскочить, поздравить до деловых. Здорово, Степан. Здорово. Начальством стал. А то наше время пришло. Ну, идем ко мне. Диплом получишь, вали к нам. Какую себе должность выберешь? А то и назначу. Думай быстрее. Я своего главного инженера на пенсию скоро спроважу. Хм, чего тут думать, у тебя Ремез в цеху. Ставь его главным, горе знать не будешь. Соображай, что говоришь. Вот где у меня Ремез. Надо же, именно мне такое подложили. Ты что? Да все я знаю. И как помогал он мне, учиться мне послал. Только и ты в мое положение войди.
Какое положение? Газеты читаешь? Ну, и что? Время сейчас какое? Какие-то объявились, генетики, черт их дери. А тут у меня ремис. Да что же он? Диверсант, что ли? А я знаю, чего он сюда загремел. На какой счет мне бдительность проявлять, а? Посоветуй. А ты ни на какой счет не проявляй. Ремис тут ни при чем. Он у меня. Если что, с меня и спрос. Я в его цех заходить-то боюсь. Да. Да. Хорошо. Ты извини меня в райком. Ну, заходи. Или я к вам подгребу. А тебе что на заводе, надо? Да ничего не надо. На заводе был. Угу. Со Степаном виделся. Что там у них с ремезом? Нелады какие-то? Мог бы и зайти к нему. Иван Митрофанович приглашал. Или ты дружбу только с начальством водишь? Вроде Степана? Может, за всю жизнь только раз и встретится такой человек, как Игнат Матвеевич. Нам бы радоваться. А мы только собой заняты. Что у соседа делается, наплевать, хоть пожар. В колокол не ударит, не побежим. Ну что за люди? Не понимаю. Во время войны, помню, идет директор по заводу. Все оглядываются, глаза смотрят. Ну, оступился человек. Судьба ударила. Никто не приехал, никто. Руки не пожал. Боятся, что ли? Кость, может, ты тоже боишься, а? Вроде Барто. Ну, мы ведь толком не знаем, почему Ремез здесь оказался. М? Каким паром? Спасибо. Иван Митрофанович не возвращался? Не, а чё? Жаль. Пар хороший. Так. Полы я вам помыла. Ну, вот и все. Ты торопишься? А чё мне торопиться? Старшая моя девчонка уже за хозяйку. И у плиты успевает, и во дворе с коровой. А младший вот подрастет, совсем буду жить, что твоя королевна. Тяжело. Как всем, так и мне. У меня на охи да на слезы никогда времени не хватало. Одно только знаю. Чем горше на душе, тем меньше думай. Ну и что, помогает? А ты попробуй, Игнат Матвеевич. А то ты все назад оглядываешься. Все переживаешь. Ой. Ты долго у нас еще пробудешь? А ты как хочешь. Да по мне хоть всю жизнь. Только судьба у тебя другая. Ты либо опять взлетишь высоко, либо упадешь так, что и донышко не разглядеть. А ты бы за меня замуж вышла. Страшно за тебя замуж выходить. Ты ведь хуже дитя малого. Тебе не жена, тебе нянька нужна. Смотри, продует. Ну уж скажешь. Ты вот, может, в работе своей голова светлая. А в остальном что?
Ну, в генералах ходил. А что от твоего генеральства осталось? Шинельшку вон. Да чемодан с книжками. Ведь если бы я у тебя на шее не повисла, разве ты ко мне бы подошел? Смутно тебе сейчас. Вот поэтому мы и вместе. Вот и спасибо тебе. Мне? Тебе ли, судьбе ли? Только и для меня мир посветлее стал. И ты маленько помягчал. Пойду. За своим приглядеть надо. Здравствуй, Костя. О, какой гость посетил наш скромный уголок. Хорошо, что заскочил. Садитесь, Костя. Спасибо. Вы нам позволите продолжить наш сеанс? Пожалуйста. Вот Иван Митрофанович решил запечатлеть меня своей кистью. Игнат Матвеевич, чуточку повернитесь. Нет, беседу можете продолжать, так-то даже лучше. Ну, принял предложение Бартова. А откуда ты знаешь? Здесь о новостях узнают раньше, чем они случаются. Да вообще-то меня приглашал Куликов в свой цех. Я у него практику проходил. Семен? Ну, как он там? Ничего, работает. План выполняет. План выполняют многие. А что нового он принес в дело? Эта мысль, что каждый должен привносить в жизнь что-то новое, я понимаю, чрезвычайно важна. Без этого мы будем погружены в реальность и только. А чтобы быть свободным, духовно свободным, эту реальность нужно обогащать и преобразовывать. Я так правильно размышляю? Игнат Матвеевич. Правильно, правильно. Вы, наверное, Игнат Матвеевич, считаете, что я рассуждаю провинциально. Но ваш душевный такт не позволяет сказать это. Но теория, пусть наивная, она ведь тоже нужна. Игнат Матвеевич, повернитесь чуть-чуть на окошко. Вот так. Вот практически вы томитесь здесь у нас, потому что нет работы по вашему масштабу. И даже, наверное, считаете себя неудачником. А может быть, судьба дала вам паузу для размышлений, чтобы остановиться, подумать, набраться сил для новой дороги. Впрочем, вы всюду, как сказал классик, будете возить с собой самого себя. Главный-то враг для вас, Игнат Матвеевич, не окружающая обстановка, а вы сами себе. Вот с внешней стороны дела моя жизнь. Полная остановка. Закончил педагогическое училище и навеки приземлился здесь, в этой избушке. А внутренне, понимаете, внутренне, моя жизнь. Мои ученики, мои вот картины. Нет, я не стоял. Моя дорога, конечно, не ваша. Вам нужен практический материальный результат. Мы, конечно, не вправе осуждать друг друга. Да и главное не это. Мы не вправе осуждать себя. О, а не пора ли нам заварить чайку? Ты похвали старика.
Иван Митрофанович, я в живописи не очень, но картины у вас хорошие. Прямо как у Сурикова. Неудачный комплимент, Костенька. Как Суриков, это плохо. Нужно как сам. На художников не угодишь. Игнат, ну что ж ты все молчишь? Может, я могу чем-то помочь, а? Иван Митрофанович, газеты получите? Костенька, возьми-ка. А писем нет? Пишут. Посмотрим, что пишут газеты сегодня. План преобразования природы будет выполнен досрочно. Леон Блюм расчищает дорогу Деголю. Оль Робсон прибыл в Москву. Мечтаю послушать. Эй, бабоньки, сейчас поедем. Добрый вечер. Ну, пошли. Даша, тебе денег с собой нет? Есть чуток, а что? Дай мне на всякий случай. В город мне надо. Не могу я больше. Сейчас поедем. На станцию едешь? Че? Подбросишь? Ну? Когда поезд в город, не знаешь? Ну, какой-нибудь подойдет. Садись. Скорей. Игнат Матвеевич. Ничего-ничего, мне завтра ночную. Успею. Здравствуйте. Игнат Матвеевич, здравствуйте.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, проходите. Понимаешь, Дмитрий Сергеевич, рвался. Пришел и не знаю, что сказать. Что-нибудь случилось? Да нет, все нормально. Работаю. Народ хороший. Не в этом дело. Понимаешь, в Ярске я для всех бывший директор, бывший генерал. Да и сам я чувствую, это ненормально. Не могу я жить так вот спокойно, размеренно. Не знаю. Может, мне уехать куда-нибудь и действительно начать все сначала? Не знаю. Только не горячись. Наберись терпения. Извини, что я отнимаю у тебя время. Да и пришел, в общем-то, ни зачем. И как ремес? Останови. Стой! Садись, Игнат Матвеевич. Подвезу. Спасибо. Поехали. Отойдите! Отойдите!
Молодец, Игнат Матвеевич. Да уже вынесли. Здравствуйте, Иван Митрофанович. Здравствуй, Степан. Садись с нами обедать. Спасибо, Игнат Матвеевич, за сегодняшнее. Я там в приказе благодарность вынесу, ну и там премия небольшая. Я думаю, Степан Тимофеевич, ты не за этим сюда приехал. Приказ приказом, а все же. Конечно же. Но только смелее. Не может быть на заводе двух директоров. Нельзя каждый день слышать. Чуть что, пойди к Ремезу, посоветуйся с Ремезом. Ты, Степан, как-то не то говоришь. Так понимаешь, ваш авторитет раздули. А сейчас этот пожар. Вон в городе только о вас и говорят, а в меня пальцем тычут. Степа, а ведь тебе никто не мешал. Мог бы и ты на тракторе-то. Да не мог я! Не сообразил. Ну да, пусть все сгорело. Только бы у Игната Матвеевича авторитет не поднялся. Это уж вы через край. Ну, значит, все в порядке. Нет, не все. Не все. Да по мне, я бы сейчас, завтра вас за место себя поставил. А то, что в мастерах, так это хуже быть не может. На вас ведь сейчас как смотрят? Будто правду или дельное слово только от вас услышать можно. Будь вы начальством, на вас иначе бы смотрели. И как же? А так же, как и прежде. То здесь вы в святых ходите. А по военным временам так вас хуже самой войны боялись. Вы лиц-то человеческих, небось, не различали. Одни машины. Война, мол, спишет. А сейчас войны нет. За нее не укроешься. Вот и кончилось ваше время. Дали вам по шее. Да сунь вас сейчас в начальство. Вы же опять же всех паранирок свернете. Ехали бы отсюда, Игнат Матвеевич. Ехали. Я бы вам в ножки поклонился! Степан! Да как же так можно? Игнат Матвеевич тебя выручил, забот спас, от наказания тебя уберег, и за прошлое ты ему не судья. Да ты знаешь, как он теперь мается? Да что мне с того, что он мается? А я-то не маюсь, что ли? Вот и пора кончать с этим. Да что ты за человек стал, Степа? Человек, человек. Я директор, а не человек. Вот, значит, вот чему тебя научил. Ты же в эту избу босоногим бегал. Из моих рук первые книжки получил. Книжки
Иван Митрофанович, это одно. И слова ваши про жизнь, вас прекрасные, тоже хорошо в этой избушке. С красивыми картинками говорить. Вот когда жить приходится, доработать. Совсем иначе получается. И книжки, и слова ваши, они все время в сторонке оказываются. И разговоры ваши, уж извините, Иван Митрофанович, они так для украшательства. Вы в них верите, с тем и живите. А нам план давать надо. Страну из разрухи поднимать, людей кормить, обувать. Что случилось? Иван Митрофанович умер. Как умер? Приступ сердца. Все-таки, Игнат Матвеевич, это за тобой беда ходит. Ерунду говоришь, Степан. Хорошо, я уеду. Куда? Поглядим, Россия большая. Ну что ж, счастливо тебе, Игнат Матвеевич. Ну что, сдались, Игнат Матвеевич, да? От кого бежите, от себя или от нас? Так надо, Лена. Провожу. Простись за меня. Ты знаешь, с кем? Скажи, чтоб не помнила зла. Ну что, Иван,
отвезешь меня на станцию в последний раз, а? Садись, давай, с ветерком прокатимся. Прощай, Костя. Просил не помнить зла. Какое уж от него зло? Спасибо ему. Ты иди, Костя. Дай мне одной посидеть.